Воскресным вечером на нашем телеканале смотрите совместный проект «Арктик ТВ» Большого радио и информационного агентства «Бипорт. Четвертая власть». Есть ли жизнь после выборов? О чем говорить, если не о политике? И женщина уборщица говорит, ну вот, говорит, Бипорт, четвертая власть, говорит, все знают про политику, а где анализы сдавать, не знает. Кто формирует региональную повестку? Это не новости, а какой-то день сурка. Значит, ребята, у меня как бы проблема. Как только я куда-то уезжаю, у нас сразу кого-то сажают. Чем отличаются журналисты от пресс-секретарей? Там, значит, напали? Ну, напали, да. С ножом? С ножом. Ранили солдатика? Ну, немножко ножичком порезали. Говорит мне человек с полковничьими погонами на плечах.